Актуальность, ну, я думаю, что все уже неоднократно слышали от нас и от коллег, что черный ящик обычно предприятия – это именно процессы обслуживания, ремонтов оборудования. Есть какие-то бюджеты достаточно большие, и есть некая непрозрачность процессов планирования, приоритизации работ, потому что процессы на самом деле действительно очень сложные, большое количество оборудования, большое количество людей. Следующий пункт – это то, что мы всегда отмечаем, это то, что персонал, который занимается ремонтами, в основном это технический персонал, а не специалисты в области процессов, организации процессов. Поэтому очень много выделяется времени и ресурсов на, собственно, решение технических задач, то есть как ремонтировать конкретное оборудование. Ну и вот именно системный подход, он не всегда присутствует. Ну, следующий, как бы, актуальный такой вопрос, это всегда есть некое опасение, риск неэффективного использования денег при реализации, ну, средств, при реализации каких-то проектов. Руководство постоянно ставит задачи там об оптимизации, то есть возникают какие-то случайные иногда инициативы, то есть где-то поехали, что-то увидели, но общей картинки, как строить систему управления, какие планы, какая целевая модель, она не у всех в голове есть. Ну вот опять-таки связано с этим необходимость отделения организационных решений, системных от технических. То есть как закручивать гайки, как заваривать трещины, это знают все технические специалисты, а вот именно организационные вопросы, они как бы не всегда понятны. Ну и последнее, то, чем мы занимаемся и как бы актуальность нашей работы, это мы все-таки хотим предложить некий простой и понятный инструмент анализа и построения системы развития для ТАИР, чтобы было удобно им пользоваться, удобно применять, удобно, значит, внедрять.